Министры и парламентарии готовят проект бюджета на 2021 и последующие два года. В начале совещания глава региона рассказал, какую пользу стране принесла Ульяновская область. За 9 месяцев мы с вами перечислили налогов и неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органами, федеральный бюджет в сумме 19 миллиардов 184 миллиона рублей. Из федерального бюджета поступила финансовая помощь 18,5. То есть на миллиард практически мы перечислили больше в страну, чем с вами получили. Далее перешли к вопросам прибыли из федеральной казны. На здравоохранение решено направить дополнительные 100 миллионов рублей. В эту сумму войдет капитальный ремонт учреждений. В поддержку местных инициатив дополнительно вложат 45 миллионов рублей. Также были внесены две технические правки в сфере развития инноваций. На новые разработки заложено 5,5 миллионов. И 2,5 миллиона рублей – это было уточнение по бюджетной классификации социальной поддержки населения. Но что хотелось бы отметить, то что... Помимо того, что мы вели консультации по уже сформированному проекту бюджета, мы не останавливались в части работы с федеральным центром по привлечению дополнительных средств. В Минтранс удалось привлечь почти 2 миллиарда рублей. Сфера энергетики и строительства также не остались без поддержки федералов. Кроме того, Министерство энергетики Российской Федерации было согласовано средства федерального бюджета на развитие заправочной инфраструктуры в сумме 101,5 миллиона рублей. Что касается Министерства строительства и архитектуры, в результате проведенной работы министерство увеличило объем субсидий на 58%. Чтобы обеспечить жильем молодые семьи, федеральный центр направит 11 миллионов рублей. На квартиры для детей-сирот – около 18 миллионов. Почти 1,5 миллиарда будут вложены в завершение строительства проблемных объектов. Чтобы привлекать средства в Ульяновскую область, необходимо развивать наиболее сильные местные направления – промышленную зону и сельское хозяйство. За счет развития агропрома увеличился и приток акцизов. Достаточно сравнить цифры за несколько лет. Мы получали акцизов в бюджет 2 миллиарда 916 миллионов, 2015 год. 5 лет прошло. 2020 год, на сегодняшний день у нас уже в кассе, в бюджете 12 миллиардов акцизов. Проект областного бюджета еще будет дорабатываться. Правки и предложения рассмотрят на заседании законодательного собрания уже в среду. Виктория Чиркова, Данил Сурков, новости УлПравда ТВ.